Громкое расставание Ким Кардашьян и Канье Уэста никого не оставило равнодушным. Казалось, это была идеальная пара, но их союз распался из-за психических проблем рэпера. Правда, интернет-звезда недолго горевала и уже нашла себе нового мужчину. 40-летняя знаменитость встречается с ведущим CNN, юристом и политическим деятелем Ваном Джонсоном. Несмотря на то, что анонимные инсайдеры уже подтвердили роман, в сети не особо верят в искренность чувств между Ким и Ваном. Якобы Ким нацелилась на получение адвокатской лицензии, и пользователи уверены, таким способом она просто хочет заручиться поддержкой влиятельного человека, который проведет ее в новую сферу.